Ну что, я проверила глаза, и оказывается, мне теперь надо носить очки. Так что сейчас выбираю себе вон какие-нибудь Армани или Michael Kors, Сваровский. Сейчас буду Ray-Ban, буду подбирать. Обалдеть. Привет, с вами Настя. Сегодня я хочу вам рассказать впечатлениями и результатами моего похода на проверку зрения в Англии. Я получаю на данный момент бенефиты, социальную помощь от государства. И для людей, которые получают эту помощь, проверка зрения будет совершенно бесплатна. Я решила воспользоваться этой возможностью, и также потому, что я уже проверяла глаза в Украине. Это было 2,5 года назад. В принципе, уже время, чтобы снова сделать чекап, и я решила пойти. Тем более, грех не пойти, если это находится в 5 минутах ходьбы от моего дома. Поэтому я решила сходить. Компания называется Vision Express. И сейчас я вам, у меня тут есть чек, все бумажечки, я вам покажу, сколько что стоит. И сейчас очень коротко в этом видео расскажу, как же все прошло, как проходит процесс. Значит, как только я пришла, они подтвердили мое имя, мой адрес, мой appointment, и пригласили меня в комнату для консультаций. Тоже позадавали какие-то вопросы, прохожу ли я просто как бы чекап для себя, либо у меня плановый какой-то, либо у меня есть какая-то проблема, с какой проблемой я обращаюсь, если, опять же, если это проблема, если я недостаточно сказала слово проблема. Дальше, у них было в кабинете 2 каких-то таких аппарата для проверки зрения, мне сказали, так как это английский, да, у меня уровень неплохой, но я все равно некоторые моменты не до конца поняла, поэтому не смогу clear, как-то точно прям не смогу все рассказать, но они на этих 2 аппаратах проверили сначала там один глаз, потом второй, перед этим они мне, нужно было открыть широко глаз, как-то там вот так вот смотреть, и они что-то мне сбрызгнули, наверное, чтобы увлажнить глаза, возможно, глазные капли. Да, и после этого они начали проверку. Сначала на одном аппарате, там нужно было открывать широко глаза, по-моему, там какая-то зеленая точка вот так вот блинк, блимала. И что-то красное еще было. Они там проверяли что-то. Я не знаю, что это за процесс, как, что это, что они там проверяли. Дальше меня попросили пересесть на другой аппарат. Там они тоже проверили каждый глаз. Ну, of course, obviously, это естественно. И там я видела шарик какой-то. Что-то там, короче, не знаю, он как-то был далеко, и сначала он был как будто бы заблюренный, а потом мне стало его как-то четче видно, либо наоборот. Ну что, что-то такое. После этого сказали мне подождать буквально там несколько минут и пригласили меня еще в одну консультационную комнату, где меня уже ждала другая девушка ждала меня, и там мы уже начали, знаете, как и везде в старые времена, мы закрывали один глаз там какой-то специальной штукой, и надо было прочитать, какие, там, и сказать, какие буквы вы видите. И, если честно, я была очень удивлена, что у меня все-таки зрение посажено. Сейчас скажу, какое зрение у меня сейчас. Я очень удивилась. И, знаете, такое прям удивление, реально удивилась, такое удивление, боже, вот это я объясняю, сейчас кто-то подумает. В общем, когда я села, мне сказали закрыть один из глазов, да что такое? На правый глаз я не могла нормально увидеть, оно реально было заблюренное, вот где-то примерно вот так, наверное, как у меня сейчас елка на заднем плане, просто вот заблюренное, все, я уже даже пыталась как-то прищуриться, чтобы как-то настроить резкость, но все равно не было видно, а когда закрыла правый глаз и смотрела левым, то было прям четко, я прям честно удивилась, потому что последний раз, когда я проверяла, хотя это был мой первый и последний раз в Украине, 2,5 года назад, перед переездом в Англию, у меня было 100% зрение, и единственным пожеланием, либо рекомендацией
было то, что если я все-таки использую очень много там компьютер, телефон, то рекомендовано, но вообще не обязательно, просто если я хочу очки для экрана, да, и все. И получается, в Англии, живя в Англии за 2,5 года, я посадила себе зрение. И на данный момент, после проверки, мое зрение на правый глаз -1,5 и на левый глаз -0,5. Честно, я очень удивилась. И особенно, когда она мне одела очки и потом ставила такие зеркальца, да, как они называются, линзы или... Я точно не знаю, по-моему, линзы, да? И она стала, как я вижу, четче или хуже, либо заблюрено, либо нет. И каким было мое удивление, когда на правый глаз я реально видела заблюренное, все нечетко, нечеткое изображение, ни буквы не могла нормально видеть, а на левый глаз я все видела достаточно четко. И особенно четко, вообще прям настолько четко, я вообще не могу передать, когда она мне вставила там, наверное, какую-то из линз. Просто, ну вот так вот. Поэтому, дорогие друзья, берегите свое зрение, одевайте очки. Если у вас даже хорошее зрение, одевайте очки для экранов и берегите себя и свое зрение. И, в принципе, на этом мой appointment, мой визит на проверку закончился. Они мне показали, да, еще я забыла упомянуть то, что так как я получаю социальную помощь от государства, я уже сказала, что это было бесплатно, но если вы хотите какой-то там дополнительный анализ, либо дополнительная проверка, что-то там, ну, ихняя проверка там какая-то, нужно доплатить дополнительно 6 фунтов. Ну, это небольшие деньги, поэтому я думаю, что лучше заплатить то, что я, собственно, сделала, чтобы прям полностью, полную картину увидеть. И... Ну, это небольшие деньги, и тем более это ваше здоровье, поэтому я думаю, что это стоит дополнить. Вот, и тем более проверка бесплатна, как бы сумма получилась небольшая. И давайте, наверное, закончим про мой experience, про мой опыт, и я вам расскажу и немножко покажу цены. Значит, напоминаю, я проверяла зрение в Vision Express. Как вы можете забронировать, либо просто в любом вашем городе у них целая сеть, я думаю, вы просто подходите, можно напрямую, если вы где-то проходите мимо, да, записаться либо по телефону, либо онлайне. Я была просто в супермаркете, и прям там же в супермаркете зашла и записалась на appointment. Все, и сейчас я вам покажу, давайте, цены, сколько мне дали. Чек, сейчас переверну камеру, потому что так нечетко видно, и покажу более подробно, чтобы было наглядно видно, сколько нужно будет денег заплатить за ваш тест, либо за оправу, за очки. Сейчас я вам покажу. Так, ну что, вот мой билл. Вот такая вот получилась цена, 141 фунт. Как вы видите, сейчас я вам показываю пальцем NHS сайт. Тест, то есть тест, проверка зрения бесплатно, как вы видите, ее отминусовали от общей цены, и также, если вам нужны будут очки, NHS также оплачивает, дает ваучер на сумму 41,70 на ваши очки. Если очки превышают эту стоимость, 41,70 фунта, то разницу в этой цене вы доплачиваете сами. Вот, у меня оправа получилась, мне было трудно найти оправу, поэтому я имею в виду по той цене, чтобы она полностью, сумма NHS покрылась, поэтому мне очень трудно было найти, ничего не подходило, чтобы выглядело красиво и, ну вы понимаете, это очки все-таки. Вот, поэтому я выбрала себе Michael Kors очки, оправу, и они, конечно же, дороже стоят, 159, по-моему, стоили ихняя цена. Вот, поэтому мне пришлось доплатить разницу. И плюс 40 фунтов я заплатила за дополнительную услугу. Я заплатила еще дополнительно 40 фунтов за услугу, либо это не услуга, а, в общем, они добавляют что-то в очки, что их можно, насколько я поняла, использовать. Не знаю, либо как-то эти линзы, зеркала. Я честно не знаю, это чисто из-за того, что... английский. Она когда говорила, я не все поняла, то есть отдельными какими-то фразами, словами, но полностью весь смысл не до конца поняла, поэтому мне трудно передать полностью весь смысл. В общем, туда что-то то ли в зеркало это добавляют, то есть, да, в очки.
в стекла что-то добавляют, что они их можно будет использовать и для скрина, то есть когда вы сидите за компьютером либо с телефоном, также их можно так носить, понятное дело, и они не так пачкаются, еще там какой-то эффект. То есть, я не знаю, я когда получу, я думаю, до того времени я больше узнаю об этом и смогу с вами поделиться. Ну и все, в принципе, мне сказали ждать неделю-две, мне придет смс-ка, либо позвонят, и все. И также, если у вас нет полной суммы для того, чтобы оплатить сразу, да, 140 фунтов, то можно оплатить Кларна, это то, что я делаю. Это что-то похожее, как оплата частями в Украине в Приватбанке. То есть вы оплачиваете первый платеж сразу, полная сумма разбивается на три части равных, и вы оплачиваете частями ежемесячно ровными частями. Вот и все. Поэтому я уже сразу же заплатила 47, по-моему, фунтов. Не знаю, сразу. И вот следующие 2 месяца я буду платить такой же ровной суммой за это. Так что сейчас я вам покажу дальше фотографии, какие очки я, собственно, выбрала.